и сделана в Казахстане продукция с нашей маркой должна занять отдельное место на отечественных полках. Об этом сказал Нурсултан Назарбаев на совместном совещании с членами правительства, обсуждая экономическую ситуацию и планы дальнейшего развития республики. Полина Чехечина продолжит тему. Давайте запустим акцию «Сделано в Казахстане». Во всех торговых сетях появились секции казахстанских товаров. Акимам областей за этим проследит. Это сделано в Казахстане. Давайте обратимся ко всем казахстанцам в этой сложной ситуации быть патриотами и покупать наши казахстанские товары. Косвенно это будет помощь нашей экономике со стороны наших граждан. С таким предложением выступил сегодня глава государства. Действующая структура рынка с обилием импорта очень хорошо отражает отношение потребителей к отечественной продукции. Товары из-за границы не просто заняли в нашей стране свою нишу, они завоевали полки казахстанских магазинов. Мы поинтересовались у алматинцев, покупают ли они продукты марки «Сделано в Казахстане». Редко. Почему? А уже все западное или китайское. Казахстанская продукция очень мало представлена на рынке Казахстана. Если говорить о продуктах питания, в основном это только молочка. Обычно я покупаю то, что в магазине стоит. Зачастую там стоит не казахстанского производства. Если бы так легко доставалось, я бы просто покупал все. Честно говоря, мне даже разницы нет. Казахстанские производители усиливают мощности и уже могут заполнить внутренний рынок собственной продукции на 40%. То есть мало того, что должно быть просто привлекательное, хорошее, вкусное, с хорошим соотношением цены к качеству, ей еще должно быть много. И чем больше хороших брендов, тем более привлекательна и казахстанская продукция в целом, ну и надпись «Сделано в Казахстане». Доля казахстанских товаров на внутреннем рынке должна увеличиться уже в ближайшее время. В частности, существенно нарастить собственное производство поможет программа «Агробизнес-2020». Полина Чехичина, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы».